Заехали на сборы. Всего. Короче. 7:30. Идем бегать. А вот Амброзия, кстати, вроде как. Стоп, блогер, соседа, блядь. Блядь. Эти, блядь, не выспались нихера. Какой нахуй сам лёг, блядь. Но мне нормально, чё. Я вообще заряженный пацан просто. Ну, колеса жру тоже нормально. Короче, идем бегать. Все. Шеф, когда готово будет? Только что бегали 20 минут. Что ему сказать, еще не сдох. Ты как дерьмо вообще, по ощущениям. Так, такое. Мы в такие по трассе сели. Трава еще, да. Бежали по асфальту по берегу, а потом по пляжу бежали. И такое что-то, с непривычки тяжело. Сейчас готовим пищу богов. Мою любименькую. Мы масики прогреть надо еще ставить. Как будто масс. Серега у нас повар местный. Кормит нашу ораву. Трофек. Сам себя еще и тренер. Да. Подписывайтесь на мой инстаграм. На повара. Casual Pro. Повар. Ukraine. Edition. Зрители, познакомьтесь, это Толик. Давай его Толик будем называть. Рику братана какой-то. Он на ветке сидел. Зеленый. Но мы тут, короче, типа учимся. Что ты мне показывал? Сопрога, со стартапа. Сейчас, кто был в ковле, скажет, где мы находимся. Блядь! Реально. Мы, короче, сюда шли, а вот смотрите, чайка, кстати. Короче, шли много, вот чайка. Что-то с ней плохо или что? Может, она мертвая? Она не жива еще. Что с ней, Лё? А ну попробуй перевернуть ее. Она дышит тяжело. Можно попробовать перевернуть. Я же говорю, попробуй перевернуть. Ну, блядь. Да, не сладкий. А ну, выкинь его туда, на берег. Серега, на берег его давай. Знакомьтесь, спасатель Сергей. Да нет, что-то не с лапами. Не, она у нее не с лапами, она полетела. Что-то у нее, видать, то ли она вздыхает уже, хер знает. Короче, кто не видел чайку с в упор, смотрите. Трэш-контент, пацаны. Чайка, да, и походу труба уже. Она, видишь, она даже встать не может. Короче, вот такая чайка. И шли мы сюда минут, наверное, 40. Какой 40? Это, короче, конец Скоблева, тут база заканчивается, тут ничего нету вообще. Ну да, где-то так, не знаю. И вот тут такое вот песок, я не знаю, как это объяснить. Смотрите сами, в общем. Чем-то напоминает каньоны американские там. Все дела. Окей, я хочу мамке фотку сделать. А? Фотку мам каньона сделать. Этот мамке фоткает. Ну надо. Капец какой-то. Иди нахуй кадром. Так давай меня сфоткаешь, алё. Короче. Гуляем, летаем, отдыхаем. Как там песни пелась, не знаю. Я надеюсь, микрофон не задувает. Вот такие делишки. И вот такой вид. Классно, да? Кстати, я на сборы первый раз в жизни вообще приехал. Для меня это что-то новое. Жалко, что в такое место Коблево не отдаленное от Николаева. Ну ничего, не важно, все равно классно. Я в Коблево, кстати, много раз уже был. Так что я тут практически все знаю. Кстати, вот чайки нормальные, как бы. А вот та поврежденная или что, если непонятно, она что-то в воде сидит. От всех, вдали. Заметил? А? Говорю, все чайки тут, а она вот там, видимо, больная, походу. А мы ее трогали. И что, ничего не будет. Ты ж пальцы не облизываешь, блин. Короче, идем дальше. Может, что-то еще дальше поснимаем, посмотрим. Вчера мы только приехали, вот сегодня начал уже снимать. Сегодня у нас 4 число, 4 августа. Может, кому интересно, да, второй день мы на море. Ну вчера мы приехали в 5 вечера, уже было поздно, пока разгреблись, такое тоже.
ради тёлки, алё. Зря. Нахера мы выходим по ночам, чтобы тёлок искать? Короче, их тут нет. Но это шутка. Шутка шуточная, вам не понять. Вообще мы просто гуляем. Но это тоже шутка. Оправдался, да? А теперь думайте, правда? Правда я говорю или нет? Теперь я был на нету. Пиши в комментарии, чем мы занимаемся по ночам. Сплю. Чем? Это не про нас, ничего. Короче, мы вообще маньяки, если честно. Мы выслеживаем жертв. И требуем у них деньги на квас. На печенье, да? На печенье. Печенье уже вот есть тут заодно, так что... Вообще, я говорю бред, потому что уже поздно. Влог снимать надо, поэтому мы страдаем херней. Наш третий человечек дома. Чё-то не захотел идти, потому что мы там кое-куда хотели сходить, но мы не сходили, короче. Опа, батл. Тут вообще он батл цены. Ой, Валера. Передаем привет. Написали. Танюха, привет тебе, короче. Ты по-любому это смотришь. И ты запомнила эту переписку, скорее всего. Это она тебе скинула? Да. Короче, тебе привет. Вот это мы понимаем, отдыхаем, да, Серега? Нормально? Жмышенко Валерий Альбертович. Валера Бини. А ну скажи корону фразу, то что там мне говорить, мне 4 года, да? Да. Мне 44 года, что мне говорить? Не, 43, 43. Он сказал 54. Ну а мне 43. А ты еще молодой? Молодой пацан. Мальчик молодой? Молодая кровь. Покажи, как надо кичаться. Ой, здесь момент, там передаю привет Третьяку Богдану. Боня, мы с тобой еще спеснемся. Он же в Инстаграме скайрит, ты там мне покажешь, что да. Ну все, это вызов. Ждем от Богдана привет. Отдельное видео в Инстаграме. Бесплатный пиар. Не. Турник не сломай, ё-ма. Хая. Все тёлки твои, давай, Серёга, качайся. Вот так чёткие пацы ходят за хлебом. Нормально, да? Да, вообще. Ты вообще какой-то гей. Угу. В трусах вышел, не стыдно. Смотри, о-о-о. Это трусы, пацаны, не верьте. Велком. Че скажешь? Из атлета в дровосеке. Выживание продолжается. У меня последнее видео, это тупо выживание. Вон улетит нормально. Короче, сейчас будем шашлычок жарить. Готовить, точнее. И тренер нас послала за дровишками. Все втроем дрова собираем. И пытаемся, точнее, найти их. Завтра уже уезжаем. Так быстро неделя прошла. Кстати, забыл сказать, 20 числа у нас чемпионат Украины. В эстафетном беге. Мы еще не знаем, кто из нас едет. Ну, я еду. А из пацанов, кто еще не знает. То ли Сережа, то ли Стасян. Разберемся, короче. 20 августа. Буду бежать на этой эстафете, наверное. 4 по 100, 4 по 200. Может быть, 4 по 400. Но это не точно, не знаю еще. Посмотрим. Порубить. Мы сейчас жрать шашлык будем. Ясно. Что-то радости нет на твоем лице. Сын шахтера. Улыбайся. Кому сказал? Покажи слово крыть. Причем ты это, да? Ну давай. Ууу, все, все. Ты, может, ты будешь снимать, Валера? Я снимаю. Вот это реально... Смотри. Вот это реально стрёмно выглядит. Ой, бля. Когда детские игрушки лежат, такой херня. Что это за херня лежит? Где? А вон, на этом, в ящике. Знаешь, я и знать не хочу. И вообще, не хочу вообще это проверять. Делаем все, ну тебя нафиг. Короче, решили проверить заброшку недалеко от нашей базы. Это будет реально стрёмненько. Мне уже стрёмно. Надеюсь, меня видно. Вот, Лена, мне 22 года. Валера, 22 года. Давай я так лбом пробью. Так давай же... Да короче, блядь, где мы залазим? Тут-то. Держи. Тебя? А, давай, я держу. У нас, короче, на три камеры съемка идет. На UU Action. На мой телефон и на Валерин телефон. Вот. Валер, не трогай. Да, покажи зрителям, уже ты умеешь. Оно шипит, сука. Так уйди оттуда, придурок.
Мы тебя до больницы не успеем принести. Я безумный Макс. Мне больше всего игрушки напрягают детские. Да, кстати, купи игрушки за детские. Это вообще определенно стрёмно называется. Что не крутил бы? Сука, это Валера, брошу, мы с собой нож взяли. Это нужная вещь. Да, у меня тоже. Что, вылазим? Тут, в принципе, ничего нет. Вы видите этого человека в последний раз. И меня тоже, если что.